Дякую, що перекрив один. Прямо зараз на заводі «Азовсталь» знаходяться сотні цивільних громадян, які ховаються від руського міру в підвалах та бомбосховищах. Поряд з українськими військовими, які продовжують боронити місто, вони знайшли єдиний можливий прихисток. Здравствуйте. Добрий день. Немного дітям їди привезли. Дітки. Підходьте, до вас трошки чогось вкусного привезли. Проходьте. Потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. Тебе не кажете, що це дядечка воєнний, похож на крестного? Чуть-чуть. Привіт. Як діла? Як ваші діла, дівчатка? Що ви? Нові корзинки діяли, чимось займалися? Ні, я корзинку спростила. Да? Да. А я бачу, ти ж тут плила, да, по-моєму, прошлий раз? Клас. Це для украшений, да? Да. Яка красота, да, клас. Здравствуйте, ми тут это... Привет. Я увидел, что вы пришли. Вот хотел бы кое-что сказать. Давай. Мы вот очень хотим вернуться все домой. Хотим вернуться живыми, хотим увидеть своих родителей. Ну, не родителей, а ну, родных. Родных там и так далее. Все, которые поэтому, не замечаем. Поэтому очень сильно. Да. А друг... Ну ви вже тут всі самі подружились, що скоро будете вибиратись і будете всі місці далі дружити. Да. Будете, да? Клас. Клас. Який ви день вообще тут уже? Ну я з 5 марта. Два місяці будуть. Два місяці? Да. Російські окупанти та колаборанти з ЛДНР, свідомо знаючи, що тут цивільні, скидають авіаційні протибункерні бомби, обстрілюють ракетами та всіма наявними артилерійськими засобами. Тому я закликаю політиків всього цивілізованого світу. Організуйте зелений коридор, щоб негайно провести евакуацію цивільних, поранених та тіла вбитих воїнів, які мають бути поховані з почестями. Очень много мы тут еды, в принципе, наподозревали. Вот молоко всякое, картошка фри, Липтон, всякие морозово. Вот тут даже мороженое карандашик. В виде карандашика есть. Мы тут уже список еды написали, и мы хотим там сделать... На заказ еду. Да. Ага. Вот, например, мой брат хочет картошку фри. Он заказывает это, мы ему приносим это, а он нам дает гроши бумажные. А. Ну, так, чтобы, ну, быть важными, ну, не чтоб там, например, я даю бумажную ей какую-то бумажную игрушку, а она мне что-то настоящее дает. Вот, мы делаем гроши из папиру. А. И раскрасываем их, размалевываем. Ага. Пытаемся себя так... Нормально. Веселить. Если вы меня слышите, то, пожалуйста, вы можете приехать сюда на Азовсталь и всех людей, которые в бункерах, всех детей, всех стариков, всех до единого отсюда забрать, даже животных, даже тебя тоже. И потому что хочется уже увидеть там солнце и так далее. Потому что целыми днями здесь сидим, занимаемся фигнёй. Ну, не фигнёй, иногда нет. Скучно, короче, скучно здесь находиться. В темноте, отдалённо от мира. Хочется узнать, что с родными, с домами, с улицами, с городом самим. Поэтому хочется побыстрее отсюда.
Понимаете, как это? Два месяца ребенок у меня, например, даже покупаться не может. Те вещи, в которых мы приехали, мне приходится ему обрезать вот здесь все, потому что он просто уже физически вырос из всех вещей. Нам детям нечего одеть, дети рисуют еду, потому что они голодны. На улицу они не выходят. У меня ребенок не знает, что такое солнце, он не знает, что такое вообще зеленая трава. Я очень прошу сделать все возможное для того, чтобы нас отсюда вывезли. Да, вот он со мной согласен. Мы стараемся быть не нервными, когда стреляют. У нас тут трясется все. Сегодня еще дня начинается ваша эвакуация. Сегодня из вас уедут 50 человек, не с двумя партиями, не тремя. Вы в першу партию едете? Да. Да? Какие у вас впечатления, рассказывайте. Дима, что я хочу доехать и положить своих детей в двух. А где ваши дети? Дети на войне. Да? Твои. Да. Десь там чи тут? Десь там. А. Будем Куракова. А что вы плачете? Вы что? Ну, ви все нормально буде, ви що, успокойтесь, не плачте, ви чого? Давайте, собирайтеся, щоб не було лишніх мислей, не плачте. Дорога буде довга, буде займати неізвісно скільки, від 6 до 8 часов і можете більше, ну, це таке. Будуть вас вивозити приблизно в направлінні Запорожжя. Остальные, хто залишиться тут, за вами прийде другий конвой. Ну, це буде, я вам одразу говорю, день-два, ну, це як залежить від цього. Вони їдуть туди, потім повертаються обратно. Буде їх кілька штук, не тільки ви. Евакуюють по всьому заводу. Є якісь питання? Ні. Так, якщо слышите фамилию, имя ребенка, родители говорят... Есть! Не давите, потихоньку! Сегодня наше утро в бункере началось с того, что мы начали эвакуацию. Мы подготовились, собрали все вещи. Мы с ребенком даже уже вышли наверх, но, к сожалению, обещанный режим тишины был нарушен. И боец, который должен был заниматься нашей эвакуацией, был ранен. Адаптур? Да. Вот это их привезли, это та машина, которую заптурили только что. Ну, не только что, ну, два, полтора часа назад. Да, сопровождающий. Черговий раз росіяни порушили обіцянку щодо перемир'я та не дали можливість на евакуацію цивільних осіб, які продовжують ховатися від обстрілів у підвалах заводу. Закликаю світову спільноту евакуювати цивільних, відреагуйте належним чином на критичну ситуацію, в якій противник не дотримується жодних етичних норм, конвенцій та законів, знищуючи людей на очах у всього світу, керуючись вседозволеністю і безкарністю. Слава Україні! Батюшки крутся зачем-то. Не, они уйдут. Здесь они автобус ставят. Салонки вчера поставили. Я понял. Автобус станции на стейшн. Turn this to the side and with no microphone. Это что? Если можно, что вы даже на нас. Да. Привет. Собираетесь, да? Давайте, собираетесь. 20 человек только. Это с учетом детей, правильно я понимаю? Ну да, конечно. Сейчас с детьми. Пусть идут тогда женщины и дети. Да. Только очень быстро собирайтесь, времени мало. ООН с этим, с Красным Крестом приехал. Можно завтра с мужем, чтобы я попала с семьей? У нас двое детей, ну, маленькие. Ну так вы бы забрали. Смотрите, сейчас прилетят дети. Дети и это. Ну если мы на завтра останемся, дети. Оставайтесь. Оставайтесь, вас никто, да, не выгоняет. Ну, понимаете, да, что, ну, лучше выезжать, если возможно. А куда выезжать? Вроде бы в Запорожье.
маленький ребеночек, вы уезжаете, да? Вот они едут. Все, отлично. Что-что? Нашего. Ну возьмите, возьмите, ну если этот, если вы не можете ребенка. Помогите мне вынести. Этот, помоги, пожалуйста, бабушке, где он? Давай мне это все. Памперсы, держи памперсы. Все, я это держу. Аня, смесь взяли, да? Олежа, не пла... Дружище, ты чего? Привет. Да не переживайте, ну мы же сейчас за это взялись. Вон приехали, Красный Крест приехал. Каждый день. Ну приедет, не переживайте. Ну вам же сейчас важно, чтобы дети уехали, правильно? Ну он приехали сюда. Он приехали. И мы лично, мы этот, мы за это. Что? Азов, Азов. А тачка зачем вам? А как мне запустить? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, живо и то хорошо. Да, да, мальчик, благодарю. Ничего, все хорошо. Все будет хорошо. Не переживай. Сейчас начинаем потихоньку. Нормально тоже, ходит уже. Да, да, слава Богу. Все нормально. Вы меняли, да, повязку? Да, она немножко сочится рано, немножко начала так затягивать. Ну, там большая, так быстро не заживет. Благодарю. А все нормально, не переживай. Я принял. Давай, бабушку берем. А, вон они пришли. Добрый день. Добрый день. Сьогодні вперше за два місяці я зі своєю родиною і вже нашими друзями, дітьми з інших родин, які перебували на бомбосховищі, на комбінаті «Азовсталь», вперше знаходимося на свіжому повітрі, на вільному просторі. Сьогодні відбувається наша евакуація. Я сподіваюся, я дуже цього хочу, що все відбудеться мирно, ми безпечно доберемося на територію України, саме в Запоріжжі, де ми сподіваємося продовжити наше життя. Де моя сумка? Є, от ваша сумка, от. Давайте вашу сумку. Давайте за руку мене. Ой, синочки. Раненькі, вони вже дяті на сумці. Чи, все важко. Ще чуть-чуть. Вон колой. Все. Были здесь 2 месяца. 2 месяца, да? Да. Ну вот сейчас приехали с ООН, с Красного Креста. Мы уверены, что все будет хорошо, все будет хорошо. Ну, и как малыша зовут? Святослав. Святослав, замечательное имя. Все, святику, куя кулачок. Давай, кулачок. Все, все будет хорошо. Уже на 6 месяцев исполнилось. Вчера, да? Да, вчера, 28. Все, хорошо. Thank you.
человек, смотрите, давайте так, я старший, 20 человек со мной, гражданский, то, что мы сейчас успели. У нас одно транспортное средство, вы видите, вот это стоит, плюс пробитый колесо. Завтра мы будем этим заниматься? Я постараюсь абсолютно, мы все. Ну, потому что у нас есть там еще люди, много людей. Мы с утра завтра будем. Кто-то выходил сегодня сам. Ребята, мы завтра с утра будем здесь. Да. А какое время здесь? Во сколько вы готовы будете? Я понял, вы знаете связь с нашим руководством. Да, чтобы мы просто знали. Я единственное, на работу только хотел. Я не как в прошлый раз. Людей только раз собрались выводить два лога, раз раненый поездит. Мы здесь будем завтра. Значит, мы будем здесь обязательно потратим все, что вы сделали. Начинаем эвакуацию. Да, работаем. Сколько человек? Мы сразу можем четверо, да? Так, первые четыре человека, выходим. Бабушка, хорошо вам добраться. Счастливенько. Счастливо. Давай счастливенько. Удачи. Все, удачи вам. Спасибо. И вам, Тим, удачи. Удачи. И здоровечка вам. Все. Да? Уже не надо. До завтра. А правильно я понимаю, что сегодня мы около 100 человек будем принимать примерно? Да, практически 100, по моим подсчетам это будет 72, вчера мы передали 21, у нас на заводе еще пару сотен остается, которые будут выходить только по гарантии, когда люди доберутся до Запорожья. Они не особо хотят переезжать на территорию РФ, это принципиальные решения, и поэтому они как бы боятся и не верят приему. Да, есть информация о мире, я понимаю, поэтому мы выведем сегодня крайнюю, когда партию людей. Завтра с утра договоримся с ООН, с Красным Крестом, они будут в Запорожье. Сегодня не успеваем просто это сделать. Есть протокол безопасности ООН и у Красного Креста. В ночь они не поедут. И вечер, завтра с утра, когда они уедут, соответственно, вы получите подтверждение о прибытии в Запорожье. И тогда будем готовить следующую акцию. Да, принял плюс. Еще учтите, у нас есть порядка 30 гражданских, которые находятся в бункере под завалами. Мы их медленно вытаскиваем, как бы продукты у них там и вода есть, с ними связь есть голосовая, мы пытаемся их раскопать, прием. Да, я принял все. Но у вас тоже должно быть понимание, что завтра колонна уйдет. И следующая акция, конечно, по моему мнению, по опыту работы, он, это где-то не 2-3 суток, сама только переписка будет связана с тем, чтобы организовать новую акцию. Я вас принял, я людям дал выбор, они приняли решение остаться, поэтому как бы насильно я не имею права отсюда вывозить. Им надо гарантия того, что люди доберутся до Запорожья, прием. Принято, это абсолютно правильно, потому что у людей должен быть выбор, собственно, и воля, куда они едут, когда они едут, поэтому просто еще расскажите, что это займет 2-3 суток для подготовки новой акции, подобной это для вывоза гражданских лиц. Да, плюс они это понимают, я говорил им даже, что это может занять порядка 5 дней, прием. Плюс все принял, передаю станцию вашему бойцу и работаем дальше. При последней партии предупредите. Да, плюс. А мы не будем одевать, он не оденет. Не оденет. Он опять сюда тоже говорит, сейчас вернусь. Вы на немецком вышел, да?
Соня, рассказывай, как твои дела? Как ты нормально. Готовый до путешествия? Да. Как ваши впечатления, рассказывай? Страшно. Чего страшно? Я не знаю. Хочется домой. Не знаю, что сказать. Вообще, куда хочешь поехать сейчас? Я хочу домой. К ребенку. А, это же ваш малый. Да, потому что он дома сам. Видишь, не сам. Не сам, нет. Я здесь, он там. Ему 10 лет. Ну, 10 років це вже це, і нормально, можна сильно не переживати. Я взагалі, знаєте, на що надіюсь, що вони, може, теж у них вийде уїхати з цієї колонії, бо колона здоровенна просто. Звісно, в селі, я не думаю, що в колонії буде. Сіла, в будь-якому випадку льот тронувся, як то кажуть. І знаєте, є надіжда, що все буде нормально. Я надіюся, у вас все хорошо. Рассказывайте, как ваши впечатления? Какие надежды? Ну, надеюсь доехать в Украину куда-то. Желательно. Желательно в Украину, да, доехать нам. Нам нужно в Украину попасть. О, вопрос. К родственникам, ко всем. У нас все родственники в Украине, поэтому нам проще туда. Вопрос такой, чего вы раньше не выходили? Не было эвакуации. Была эвакуация два раза, и два раза срывалась. Да, а потом туда, да? Иди туда назад, на сиденье. Аккуратно. Аккуратно. Всем благо. Давай вам. Макулер. Принял 21. Один фото. Сейчас я сюда заберу. Хорошо. Мы даже не знали, что вы выйдете. А вы когда во сколько здесь были? Ну, здесь подъехали минут 10 назад. Извините, что задержал. Ничего. Блять. Вох. Делегация прибыла. Начинаем передачу. Первый факт. The second batch. The second batch. We bring the medicine. Yeah, exactly. And they bring. Вы приведете 300-300, да? Все понятно. Нет, мы сейчас это гражданские, когда будем подвозить еще, можем тогда сразу меня. По 300-м сегодня мы будем. Are you gonna take the body and the wounded today? Yeah, we are going to take the body at the same time as the exchange of the medicine. We take the body and the prisoner. Количество.
Нам сказали 1+1 или больше просто. Нам так сказали. 1+1. 200-300. Это вы... Same time, it's exchange. Про россиян, по-моему, говорили. Нам... Про пленных там не только россияне. Там 200 это ДНР. Ага. То есть... Добрый день. Добро. Да. Нормально. Вот и. So, it's not only one there. It's more. Давайте так, сейчас 21 у меня, потом еще будем подъезжать, потом там еще две, ну, я понял, что надо будет это, по пленным там что-то, я согласую по рации, yeah. То такое, то ничего страшного не будет, разберемся в процессе. Медикаменты, я думаю, на вторую уходку сейчас за гражданскими, это где-то будет через, ну, минут 30-40 с этими дорогами, извините, там воронка на воронке. Такое. И тогда, а по раненым, которые наши, там что-то есть разговор? А что именно? Ну, эвакуация. Нам пока не так. По тяжелым, нет. Конечно, не фаулы. Question is, what they're gonna do is, they have 21 now. Mm-hmm. We're gonna take them out, they're gonna go back. Okay. And they're gonna bring the second one, it takes them between 30 and 40 minutes. Okay. And then the question that the soldier had asked Ivani is, what do we do with our wounded? So, with your wounded? With your wounded? Wounded with the wounded. It's not the question of your wounded to do. This will be separate deal. Yes, we're only bringing medicine. We're taking one dead body and one Russian prisoner. This was agreed. Сегодня разговор то, что нам, потому что мы действуем в соответствии с теми вещами, которые нам разрешают. Мы привозим, понятно, забираем гражданских. Привозим медикаменты, забираем одного плюс одного, 200-300, так вам сказали. То есть, вот такие... Все, мы сейчас согласуем, если что-то, какой-то вопрос, ну вот это, тут кто-то будет, как говорится, когда мы будем подъезжать. Мы здесь постоянно. Здесь да, все тогда, да. Ну это я говорю, сейчас выгрузим, это где-то еще минут, ну 30-40, и того забрать это точно 40 минут, потому что, ну это долговато как бы. Там показ машины, это же опять надо лечить. In that case, we're gonna offload the passengers. Okay. Take them 21. We're gonna go, and meanwhile it's gonna take us 30 to 40 minutes, and then we will come back. And meanwhile we will. I need to contact you. You will come back with what? Вы вернетесь? Сейчас вернемся. Еще следующая партия гражданских. В первую очередь сейчас гражданские. So the first priority for us is civils. I mean civilians. Okay. So 21 now, and another one will come in half an hour. So not the body or the prisoner. Next batch. Следующий не будет ни раненого, ни убитого. Нет, будут гражданские. Сначала мы. Only civilians. Only civilians. Civilians. For the time being. How many civilians today? We need to know because it's very difficult to organize also for us. Скажите, пожалуйста, с точки зрения, вот нам же нужно забирать, отвозить. И нужно нам будет присутствовать при всем каждом вот этом моменте процесса. Сколько гражданских мы сегодня ожидаем? Сейчас, потом, ну, блин, так не скажу, многие еще отказываются, потому что боятся попасть не в Запорожье. So most of them, or some of them, are still refusing to go because they're afraid that they will not go to Zaporizhzhia. Да, поэтому у нас такой момент, что сейчас приблизительно, ну, где-то еще, блин, не знаю, вот, ну, там 30 человек, сколько я сейчас уговорю, да. Будем вывозить, стараться вывозить. Did he say anything about the next step? Удачи, можно вас увидеть? Дякую вам. Я вам бажаю удачі. Я вірю в те, що ви знайдете свого сина. І ви тільки не плачте, головне візьміть себе в руки і контролюйте цю ситуацію. Все буде. Дякую. Я думаю, що все хорошо, ви знайдетеся, все буде добре. Так що ви можете зараз спробувати щось по дорозі поговорити, попитайте. Все. Вам теж дуже щасливий. Радий був знайомству. Ви молодці, що це витримали.
Все, всім щасливо! Гарної дороги вам! Да, до зв'язку, щасливо! Пока! Разворачивайся. Сейчас же шину. Да. А пока разворачивайся. Маленький очень любит. Ну просто крупный у нас для четырех. Для четырех, да. Так, нам пора идти. Да. Все готовы? Thank you.